Вам нравится вино и угощение? Верь мне, нет лучшего места, чтобы завязать отношения с влиятельными в Скайриме людьми. Надеюсь, вам все нравится, господин. Так же боится драконов, как и мой. Пожалуйста, стой, господин. Клавианский бренди. Все, искали решение этой проблемы. Увы. Что-то тебя тут раньше не бывало. А я знаю всех важных людей в Скайриме. Да, могу только согласиться. Наши отношения построены на взаимном уважении. Мне плевать на политику и соперничество между Талмаром и Империей. Но я уважаю власть. А она у Талмара есть. Они не трогают меня, а я не трогаю их. Желание поддержать хорошие отношения. К тому же я не знаю, кто ты. И если не хочешь, чтобы я начала это громогласно выяснять, лучше не подходи ко мне до конца приема. До встречи. Как тебе вино? Оно лучше любого вина из Синего дворца. Великолепно. Приемы Элен Вен всегда такие утонченные. У нее и правда отменный вкус. Жаль только, что она не устраивает приемы чаще. Спасибо, это было очень приятно. К вашим услугам гостеприимство Талмарского посольства. Конечно, нет. Нельзя же пригласить влиятельнейших дам и господ Скайрима и подчивать их дешевым элем и сухарями. Это только малая толика благ, которые ожидают тех, кто поддерживает интересы Талмара. Одна из моих главных задач — налаживать лучшее взаимопонимание между Альдмирским доминионом и народом Скайрима. Я также слежу за работой талмарских юстициаров в Скайриме, хотя ее, к несчастью, прервала война. Роль талмарских юстициаров так часто понимают неверно. Наша главная цель — сохранить мир между Империей и Альдмирским доминионом. Поклонение ложному богу Талосу внесло свою лепту в нарастание противостояния, закончившегося Великой войной. После Великой войны конкордат Белого Золота установил условия мирного сосуществования двух держав. Империя и Доминион сошлись на том, что поклонение Талосу — это атавизм, который следует уничтожить во имя мира. Но я не сомневаюсь, что вас привело сюда нежелание прослушать лекцию о высокой политике. Да, частенько. Я обожаю роскошь. Но еще больше люблю окружать ею тех, кто в состоянии ее оценить. Но мне также нравится узнавать свежие сплетни и быть в курсе последних слухов. Развлекайтесь, прошу вас. Когда я вышла за Торуга, он обещал, что мы будем ходить на шикарные приемы, такие как этот, если бы только он был рядом. Прошу, угощайтесь, пейте вино. Когда я вышла за Торуга... Правителю пристало жить в роскоши, верно? Талмар это понимает. Такие, как этот. Если бы только он был рядом. Да, я понимаю, о чем ты. Многие норды неохотно мирятся с переменами. Те, кто бились с талмарцами в Великой войне, видят в них врагов. Но война закончилась, и наступил новый день. К тому же Талмар щедро награждает своих друзей. Любой, кто не пользуется такой возможностью... упрямый дурак.
Я знаю ее достаточно долго, чтобы оценить ее превосходный вкус во всем, что касается еды и напитков. И достаточно долго, чтобы понять, сколь полезна ее деятельность для Скайрима. Она играет определяющую роль в искоренении запретного поклонения Талосу. Как по мне, так последователи Талоса получают по заслугам. Они только создают проблемы мне и другим ярлам. До встречи. Прошу, угощайтесь. Пейте вино. Да, что тебе нужно? Калвианский бренди у нас, кажется, закончился. Я посмотрю в погребе, как только выдастся минутка. До встречи! Прошу, угощайтесь. Пейте вино. Не глаза открывают истинную природу другого, только сердце. Между нами. У меня есть дела и поважнее, чем торчать на этих бессмысленных приемах. Невезение. Я занятой человек, и у меня нет времени на такие глупости. Но, с другой стороны, я не смею отказаться от приглашения Эленвен. Неужели так заметно? Нужно притвориться веселым. Я не хочу обидеть нашу хозяйку. Но, честно говоря, у меня гора бумажной работы в Винхельме, и она не уменьшается. Надеюсь, что этот прием не затянется до утра. До свидания. Виктория! Что тут надо сделать, чтобы тебе налили? Ты, очевидно, тут недавно. Очень приятно. Задавать такие прямые вопросы на приемах у Эллен Вен – дурной тон. Но мне нечего скрывать. Я прибыл с юга по делам. Не волнуйся, Орд. Если хочешь торговать в Тамриэле в наши дни, лучше привыкнуть вилять хвостом перед Талмаром. Нравится тебе или нет? А, щедрая душа среди этих скаридов и дармоедов! Если я могу тебе чем-то помочь, обращайся без колебаний. Позор, что темным эльфам приходится так жить. Это верно. Твое желание, закон. Если только не нужно будет много бегать. Я сейчас не очень твердо стою на ногах. Но вряд ли это правда. Наверняка сам Ульфлик и распускает эти слухи. Может, думает, что так привлечет новых сторонников? Империи повезло, что в эти трудные времена ее поддерживают далмарцы. Верно? В последнее время на дорогах очень опасно. О, привет. Не думал, что тебя здесь увижу. Да, тут просто роскошно. Эленвен всегда подает самое лучшее вино. И угощение на славу. Хотя, честно говоря, в компании стольких богатых и важных особ мне становится слегка не по себе. Нет денег на ремонт. Конечно, она никогда в этом не признается. О, да, еще как. Так много важных людей со всего Скайрима. Надеюсь, скоро это вас... Не смею задерживать. И мы снова заживем в мире. Я вас отлично понимаю. Что нового в последнее время? Может, сплетни какие-нибудь? Кстати, кое-что интересное мне рассказали позавчера. Алая волна стоит в Солитьюне уже больше месяца. И, судя по всему, отплывать не собирается. Говорят, кораблю пробил днище айсберг, а у капитана Сафии нет денег на ремонт. Конечно, она никогда в этом не признается. Капитан Сафии слишком горда для этого. Друг мой,
Тост за прекрасную дружбу. Трудно стало доставать провизию. Конечно! Я все для тебя сделаю, мой единственный верный друг. Что тебе от меня нужно? Появится какой-нибудь герой и решит все наши... И это все, друг мой. Только я могу тебе помочь. Устраивай сцены. Это практически моя специальность. Отойди и насладись моим мастерством. Внимание всем! Пожалуйста, послушайте меня. Я хочу сделать объявление. Пошли, я предлагаю тост за Эллен Вен. За нашу хозяйку. Что ты делаешь? Правильно, разумеется. Маловероятно, чтобы кто-то из вас захотел оказаться с ней в постели. Хотя вы почти все уже с ней в постели. Но все же... Пока все хорошо. Я, конечно, будем надеяться, что никто нас не видел. Ладно, мы должны пройти руки. Через кухню. Ладно, твои вещи спрятаны в кладовой. Держись поблизости. А говорить буду я, хорошо? Господь. Иди за мной. Слуги, принесите мне выпить, живо! Идет, Малборн. Ты же знаешь, я терпеть не могу странные запахи на кухне. Гостю стало плохо. Оставь его в покое. Гость? На кухне? Ты же знаешь, это против правил. Против правил, Цавани? Я и не знал, что разрешено есть лунный сахар. Наверное, нужно уточнить посла. Убирайся отсюда. Я ничего не видела. Уходи, в этом сундуке, пока я не передумала. Закрою за тобой дверь. Смотри осторожнее. Давай, если меня хватится, нам крышка. Говорить буду я. Я закрою за тобой дверь, иначе патрульные заметят, что что-то не так. Давай, если меня хватится, нам крышка. Удачи. Вы видели утром? Рассчитывай теперь только на себя. С кем это они? Новые миротворцы посланника? Нет, это высокие маги прямо из Эленора. Кажется, сама наконец забеспокоилась из-за драконов. А, хорошо. Даже интересно, как бы мы сами могли от них защититься? Если дракон появится, лучше пусть сначала сожрет магов. Так... Может, нам хватит времени, чтобы его прикончить?
Если дракон появится, хорошо лучше бы этих заносчивых ублюдков ткнули носом в грязь. Тогда, может, нам хватит времени, всегда чтобы они на нас смотрят сверху вниз, как на муравьев. Ладно, пошли лучше сюда прийти. Помогите! Тебе не спрятаться от меня. Я тебя найду. Тебе не спрятаться от меня. Наверное, их спугнули. Тут кто-то есть? Думаю, мне просто слышится. Thank you.
покажи мне свое лицо. Очень полезен, но не зарывайся. У нас есть и другие информаторы, менее наглые. Но никто из них не дает вам таких ценных сведений, верно? Этьен же заговорил, правда? Он знает, где находится тот старик, которого ты ищешь. Сам мне сказал. Получишь остаток денег, если вы... Курия подтвердится, как договорились. Он заговорил. Я так и знал. Все говорят, рано или поздно. А теперь у меня много дел. Не мешай мне, если хочешь увидеть остаток своих денег. Может, я могу помочь? Он скажет мне. Он мне доверяет. Ты хочешь спуститься со мной вниз? Так, Гиссур? Советуешь нам ослабить его путы и посадить тебя к нему в камеру? Спрашивай его о чем угодно, и смотрим, как он ответит. Нет-нет, я снаружи подожду. Так-то лучше. А теперь убирайся. Этьен должен знать что-то про драконов. Кто еще может это знать? Жирный дом? Нет, его сразу распустят. Дракон, не так ли? Слишком хорошо платят. Они ничего не знают.
надо, пожалуйста. Я больше ничего не знаю. Я бы уже все вам рассказал. Тихо. Ты знаешь правила. Молчи, пока тебя не спросят. Мастер Рулендил задает вопросы. Начнем сначала. Нет. А ты знаешь правила. Пощадите. Вы уже все знаете. Нет. Начнем сначала, как обычно. Если будешь упрямиться, нет, мне придется... Просто... Нужно было отдышаться. Давайте я снова расскажу. Я же ничего не знаю. Есть один старик. Он живет в Рифтоне. Может, он и тот Эсберн, которого вы ищете. Я не знаю. Он старый и немножко чокнутый. Это все, что я знаю. И зовут его... Я не знаю, как его зовут. Я уже 100 раз говорил. Ты знаешь правила. Отвечай на вопросы. И где нам искать этого безымянного старика? Я говорил уже, я не знаю. Я его видел в крысиной норе. Может, он там живет, я не знаю. Хватит на сегодня. Меня огорчает твое нежелание сотрудничать. Надеюсь, в следующий раз ты расскажешь больше. Чего вам от меня еще надо? Я уже все вам рассказал. Послушайте, отпустите меня. Я вас отведу в Рифтон. Покажу. Тихо, пленник.
Я же сказал, ничего больше не знаю об этом. Что? Кто? Чего ты тогда хочешь? Да, конечно. Быстрее, туда. Я видел, как стражники выносили туда трупы. Куда-нибудь да выйдем. Как скажешь, только побыстрее. Тебе не нужно было мне помогать. Спасибо. Тебе не нужно было мне помогать. Спасибо. Говорят, стражи рассвета возрождают. Здесь ее любят все. Кроме того, это одна из первых песен, которые мне посчастливилось выучить. Рагнар Рыжий! Жил да был Рагнар Рыжий героем, он слыл, как-то раз он в Айтран ненадолго прибыл. Он куражился, пыжился, бряцал мечом, похваляясь, что враг ему всяк нипочем. Но вдруг Рагнар Рыжий, как лютик, паник, он услышал Матильды насмешливый крик. Что блажишь ты, что врешь, что ты мед здесь наш пьешь, с нас довольно, готовься, сейчас ты умрешь. Лязг стали, а сталь беспрестанно звенел, и Матильды воинственный дух пламенел. И унял с тех пор Рагнар хвастливую речь, как слетела башка его рыжая с плеч. Я не должен тебе денег, нет? У нас есть комнаты и еда, и выпивка тоже. Я готовлю. Вот, пожалуй, и все. Ну, тебя хоть не убили. Твои вещи лежат у меня в комнате в полной сохранности, как я и обещала. Удалось узнать что-то полезное? Правда? Что-то не верится. Это точно?
Эсберн? Он жив? Я думала, талмарцы уже давно его изловили. Безумный старик. Хотя это значит, что если талмарцы захотят выяснить, что происходит с драконами, они быстро его найдут. Кроме желания убить всех клинков, до которых они доберутся, Эсберн был архивариусом клинков. Одним из нескольких. Прежде чем Талмар сокрушил наш орден во время Великой войны, он проштудировал все книги и рукописи в наших архивах в поисках сведений о драконах. В древности клинки очень много о них знали. Эсберн был этим по-настоящему одержим. Тогда это никого не интересовало. Кажется, зря мы думали, что он сумасшедший. За юность мы пьем, прошлым дням наш почет. В Рифтоне, да? Тогда, наверное, в крысиной норе. Я бы сама там спряталась. Отправляйся в Рифтон. Найди Бриндельфа. У него есть связь. По крайней мере, мы хоть что-то уже знаем. Да. И когда найдешь Эсберна, если думаешь, что у меня паранойя, скажем так, его доверие будет добиться непросто. Спроси его, где он был 30-го дня начала мороза. Он поймет. Мы скоринские дети, битва нам словно мать. Нас Авангард ждет светлый, каждый раз жизнь отдать. Они уже 30 лет охотятся на клинков и убивают всех, кого могут найти. Благодаря конкордату белого золота они могут беспрепятственно действовать на всей территории империи. Это часть цены мирного договора. Император Тит Мит спас империю, но дорогой ценой. И клинки — часть этой цены. Норды тоже были не в восторге от этого договора. 30 лет спустя империя получила восстание братьев Бури. Несомненно, на это и рассчитывал Талмар. В чем дело? Mm-hmm.